Добрый день, сегодня очередная распаковка. Шло две небольших посылочки, открывай. Надо сначала мать открыть. Я покажу. Там что-то хорошо запакованное. Кстати, посылка из Азербайджана почему-то, из города Баку. Поступила. Все. Молодец, сейчас достаем отсюда. И, внимание. Что это? Вот что у нас. А это что? Это... Типа свечка такая красивая. О. Ух ты! Рублей за 20, что ли, стоило. Смотрите, классно? Да. Вот так вот она горит красиво. Такой, типа ночника красиво. Камеру запутек, какой у нас светильничек. Красивый. Он из чего? С пластика. Красивый светильничек? Ссылку дам в описании. А там какой фонарик? Если кому надо, ну это. Там какой фонарик? Так, открываем очередную посылку. Здесь. Вон оно что здесь. Какая-то... Красивая штучка. Открываем это. Ну, запакована она так себе, не очень удачно. Ух ты! Такой цветочек. Он может ходить. Интересно, как он включается. С другой стороны. Это свечка. Угу. Точно, ее, видимо, надо поджечь. Или как она должна поджигаться? Так. Может, наверное, это дай посмотреть. Цветочек? Может? Ага, ее поджигаешь. Днем рождения. И он, этот цветочек, должен раскрыться. Попробуем? Давай, давай. Поджигаем. Ну и что? Вот так вот их все вместе. Что будет? Ой, что-то мне не нравится этот эксперимент. И вот он горит. И постепенно все свечки загораются. Без меня такое не делайте, хорошо? Угу. Я так полагаю, он должен раскрыться. И что это будет? Может, на все свечки? На все сейчас? О, реально раскрывается, смотрите. Мне так казалось. Раскрывается так, нет? Сейчас надо еще... Пап, ты еще вот это вот поджечь? Все, все подожглось. Почему-то не раскрывается. А может, надо снизу нажать? Нет, снизу ничего не нажимается. Так. Ну, видишь, на картинке показано, что она раскроется. Лотос такой будет. Хм. Это радиочка. Я не знаю, такой-то копеечный. Так. Ну что, мы не открываем? Все, сейчас он здесь начнет гореть. Короче, туфта какая-то непонятная. Ты подумай, а то сгорит ведь. Да. Ну вот. Нам. Так, надо было вот эту низ потянуть. Когда тянешь низ, он открывается и начинает песенка играть. Вот так вот. Ты что, случайно потянул вниз? Да. Короче, вот такой неудачный эксперимент с этой игрушкой. Да, неудачный. Как теперь ее? Тебе придется новую заказывать. Но она одноразовая. Это вот поздравить. Реально вот поджигаешь, дергаешь. И он еще, скорее всего, крутится. А, вот, смотрите. Он закрывается, открывается.
Типа, а, он... А долго еще будет музыка играть? Не знаю. Нравится музыка? Ну, это для девочек такой. Да, мне кажется, он еще и крутится. Да-да-да. Угу. А может, подожди, она становится? Не, сейчас поджигать ничего не надо, а то опять же... Ну что, мне кажется, она будет бесконечно играть. Ну все.